Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Таня, я сегодня в таком немного необычном образе, тестирую новые продукты, поэтому не обращайте особо внимания, это чисто для видео. А сегодня я хочу поговорить с вами о фаворитах июня. Июнь вообще у нас обычно жаркий месяц, но это лето, я думаю, у всех такое, что особо-то оно и не лето, поэтому некоторые фавориты будут, может быть, не совсем летние на первый взгляд, но тем не менее, давайте начнем с них. Первое, что у меня было фаворитом в этом месяце, это джинсовая куртка. Я вам ее не показывала в видео, обязательно покажу видео о моих покупках. Это та джинсовая куртка, о которой я мечтала, именно такая, с вот такими дырочками, протертостями. Она достаточно длинная, у ней карманы, у ней плотная джинса. В этой джинсовке не холодно, даже во сколько ходила, плюс 12 градусов, плюс 10 было. Заказывала я ее на LaModie, и это бренд Springfield. Вот, взяла в размере M, чтобы была она такая свободная, и она смотрится достаточно такая брутальная. И любой образ, даже с платьица, она делает, скажем, в стиле casual. Мне это очень нравится, обязательно покажу вам, и потом ссылку оставлю в другом видео. Также в июне я обновила свою коллекцию очков, у меня появилось несколько пар. И покажу вам, чтобы не показывать все, которые будут в покупках, покажу вам самые-самые мои любимые. Это вот такие очки, заказанные на сайте Valbury's. Они были дешевые, и я от них ничего не ожидала, но совсем недавно я узнала, что в очках есть категория 0, 1, 2, 3, 4, то есть это степень защиты. У этих очков степень защиты, по-моему, двоечка, что очень здорово. Вот так они смотрятся на мне. Мне очень они нравятся, в них очень комфортно, несмотря на то, что у меня плохое зрение, мне вообще стоит избегать дешевой оправы, дешевых линз, но в них я чувствую себя очень комфортно. Как уже сказала, следующее, это очень часто жирнится наша голова. Я люблю мыть голову, но не всегда получается мыть, поэтому на помощь приходит мне сухой шампунь. Вот это мой новый любимчик от Club Dry, Paradise с фламинго. Очень классно, у него приятный запах, как я уже говорила, какой-то жвачки мультифрукт, немного кокоса, и да, это мой фаворит, он меня спасает. Так, следующее, это парфюм. Смотрите, какой мимишный парфюм, я просто от него в восторге, просто тащусь. Потрясающий парфюм от Mary Kay, и это именно лето, в чистом, прям в чистом виде лето. Единственное, что он не стойкий, поэтому лучше его наносить на те места, где дольше держится парфюм, это запястье, под локтем, под коленкой, за ушком. Вот, но я привыкла пшикать 1-2 раза максимум, с ним нужно пшикать раза 3-4, чтобы он подержался подольше. Но сейчас вот уже около месяца я пользуюсь только им, вот реально пользуюсь только им. Это мой фаворит, просто фаворитище. А следующие два уходовых, и уже перейдем к декоративке. Это вот такие два кремчика от марки Pure. Pure 3 и просто Pure by Phytocare. И знаете, это крема для всего, они настолько универсальны, я использую их и на пяточки, и на локти, и на губы, и на руки, конечно же. И тут у меня была в гостях бабушка, я ей дала попробовать вот этот с алоэ, а вот этот у меня с папайей. Мне нравится он больше по запаху, этот нравится больше по увлажнению. Я ей дала попробовать с алоэ, у нее очень сухая кожа рук, и ни один крем на ней не работает. И одобрение от моей бабушки в качестве в кремах для рук очень сложно получить. И она сказала: «Аня, закажи мне такой же крем». Я говорю: «Он дорого стоит». Она говорит: «Неважно, он очень классный, и он очень хорошо спас ее сухие руки, когда она намазала всего один раз». Вот, поэтому, если говорит моя бабушка, для ее кожи рук, то они реально крутые. Я вот берегу их на лето тоже, чтобы спасаться после укуса. Вот можно пользоваться особенно алоэ, после загара хорошо будет охлаждать кожу, успокаивать. И давайте уже перейдем к декоративке. Первое, что мне попадается, вот такие тени от NYX. Это металлизированные тени. Какой у меня тут номер? 17, который называется Doll Face. Сейчас они у меня на глазах, не одни, еще в комплекте с другими, которые я вам покажу позже. Тени пришли мне разбитые, поэтому пришлось мне их восстанавливать. Я уже показывала видео с покупками NYX, как они выглядели до и вот как выглядят после, можете посмотреть. Но это потрясающие тени, смотрите, какой потрясающий макияж с ними. У меня летом тянется рука именно к ним,
И не буду на них писать отзыв только потому, что они вот в таком виде, но если бы они были в хорошем виде, это были бы лучшие тени для век, которые у меня сейчас есть. И так как лето хочется пользоваться яркими, вторая палетка это Oh So Special 658 номере от Sleek. И смотрите, какие летние потрясающие яркие цвета. Сегодня на веках у меня вот этот розовый, вот этот светло-розовый и вот эти два дуохрома. Они просто потрясающие. Сейчас я вам сделаю сводчики на них, чтобы вы посмотрели, как они красиво переливаются. И я тоже добавляю их в любой макияж, особенно летом. И сегодня они тоже. Они очень похожи на пигменты. Они хорошо пигментированные. Вот, если наносить все тени на базу, то, конечно же, они будут хорошо держаться и не будет ничего осыпаться, ничего пылить. Тени Sleek я вообще просто обожаю. Следующий фаворит, так как лето, я снова вернулась к блескам для губ. И это бальзам блеск для губ от Clarins в оттеночке 04 Gloss Prodigy. Я его обожаю, я постоянно возвращаюсь к нему. Он потрясающе пахнет, к нему не липнут волосы, ни песок, ничего. Если вдруг там ветром ваши волосы подуло, у меня уже осталось вот так мало, но он очень экономичный, мне его очень надолго хватает, поэтому могу вам советовать. Можно один раз, я считаю, вообще на продукты такие, как вот эти, если они реально понравились, стоит отдать 1000 рублей, но пользоваться и получать качественный уход, может быть, один, там, два раза в год, но стоит. Также за этот блеск я тоже, мне было жалко денег, но я потом подумала, что он у меня самый любимый из всех блесков, поэтому все-таки я его куплю, тем более есть скидки в различных сетевых магазинах. Так, и осталось у нас два фаворита, так как сейчас лето, я снова вернулась к своему любимому бронзеру от Sephora. Сандик называется, он у меня очень старый, я даже не знаю, скорее всего его 100% нету в продаже. Посмотрите, какой у него объем, какое у него потрясающее зеркало. Он немножко такой с рыжиной, но у меня теплый подтон кожи, поэтому мне он очень нравится, очень подходит. Сейчас он у меня тоже на лице. Единственное, он уже пахнет не очень, может быть, потому что, скорее всего, вышел срок годности, но мне жалко так его выбрасывать, просто я его обожаю. И последний фаворит, который тоже тянется рука этим летом делать яркие макияжи. И это вот такая подводка от NYX, которая называется Vivid Bright. Я тоже показывала ее видео от NYX, косметики NYX, можете посмотреть. Ссылочку оставлю где-нибудь здесь. Посмотрите, какая у ней салатовая. И в то же время этот цвет пастельный зеленый цвет, потрясающе смотрится на глазах, я его обожаю, тоже использую очень часто. Вот, девчонки, на этом были все мои фавориты, надеюсь, что вам понравилось хотя бы что-нибудь, что я показала. Ждите видео о новинках, там будет много всего интересного, также переходите по ссылочке, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всех целую, всем пока-пока!